она победила вполне заслуженно, Ирина Чащина. Все девочки, как это очень приятно смотреть, они совершенно разные по характеру, по манере исполнения. И выбор музыки должен, как всегда, и постановка лучше их качества, их своеобразие, я бы сказал, подчеркнуть. Я задаю один вопрос, кто все-таки находит музыку? Только ли тренер или девочки доросли до того, что они сами находят, сами что-то предлагают? Они говорят, что бы они хотели сделать. А уже я вместе с Андреем Резником, который помогает нам много лет находить и делать музыку, он смотрит, он знает их характер, бывает у нас на тренировках. И он предлагает свое. Иногда это проходит, иногда мы что-то новое предлагаем ему, другое. И вот так вот мы очень в тяжелых муках находим ту музыку, которая является наилучшей на сегодняшний день, которая подходит по характеру и по стилю работы. Вот она тоже делает с обручем очень хорошее упражнение. Я уже говорила об этом вчера еще. Но вот была ошибка сейчас у нее тоже здесь маленькая. Вот это представление, еще будет одно выступление, по-моему, в нашей сегодняшней программе. Мы показали только в одном снаряде. Напоминаю, что завтра в 17 часов мы расскажем, продолжим наш рассказ о великолепных выступлениях наших замечательных девушек. Повторяю, что все мы получали огромное удовольствие, благодарны вам всем,